Наркотики – зло, курение – вредно. Такими словами можно охарактеризовать любые воспитательные беседы со школьниками. Однако у Павла Стельмухова, психолога и спортивного тренера, есть свой особый взгляд и принцип общения. Сегодня на деликатную тему борьбы с наркотиками он говорил с учениками Химкинской школы номер 8, которые пришли на открытый урок в Центральную детскую библиотеку. Взаимодействие в режиме диалога. Каждый имеет право высказать свое мнение. Мне интересно и мнение ребенка, прежде всего, да, что он думает. Вот. И дальше я хочу им рассказать ту информацию, на мой взгляд, которая является наиболее жизненно важной. Да. Это не запугивающее, да, не то, что такое плохо, а, наверное, все-таки что такое хорошо. То есть мы идем от здоровья. Главный принцип, которого держится Павел – не навреди. Старается как можно деликатнее донести информацию. Такие профилактические встречи регулярно проводят с химкинскими школьниками.